Всем привет, меня зовут Анна Германа, я персональный стилист, а вы на моем канале YouTube. Сегодняшнее видео, как вы уже поняли, это формат лукбука, и для моих постоянных зрителей канала это самый любимый формат. Если это так, обязательно дайте мне знать в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. И ставьте колокольчик, в общем, вы знаете, что делать. Так вот, это видео сегодня посвящено очень зимнему предмету гардероба, который может оказаться в гардеробе у каждой, кто смотрит этот канал. И, естественно, в моем гардеробе эти вещи тоже есть. Это, кстати, видео не поддерживается никакими другими брендами. Здесь нет рекламных интеграций. Все вещи, которые вы видите сегодня на мне, они куплены мной. Вот так. Поэтому я всегда рада тем, кто хочет поддержать мой канал не только лайком и хорошим комментарием, но и материально, став моим спонсором. В сердце есть такая кнопка под этим видео. Вы сможете стать спонсором моего канала и поддержать его для того, чтобы он развивался, рос и создавал, я создавала на эти средства все больше и больше классных, интересных и полезных для вас видео. Давайте поговорим о предмете сегодняшнего видео, о чем оно сегодня будет. А будет оно о джемперах. И здесь со мной в кадре очень красивое, я уже считаю, красивое цветосочетание. Это такой насыщенный зеленый и бежевый цвет, который отвечает один за базовость в нашем гардеробе. То есть он может оказаться у любого человека, который смотрит это видео. А это трендовый цвет 21 года, ушедшего. Но при этом он никуда не девается. Он остался у нас в гардеробах, мы его будем носить. И сегодня еще раз я покажу много-много разных красивых образов с использованием этого цвета. Сегодняшние мои героини абсолютно противоположных цветовых решениях, но очень похожи по силуэту и фасону. Они своеобразным вырезом и по составу, потому что здесь у нас просто идет шерсть. И это у нас шерсть меринос, она очень мягкая, очень приятный джемпер. Обязательно, кстати говоря, заглядывайте в инфобокс. Я наверняка там нашла много интересных моделей, тем более сейчас идут распродажи январские, поэтому, возможно, вы найдете для себя свой идеальный свитер. И не благодарите, а точнее благодарите, распространяйте это видео в кругу своих знакомых обязательно. Так вот, данные джемпера я выбрала не случайно, потому что V-образный вырез – это, конечно, большая находка для девушек, которые хотят удлинить свою шею, хотят выглядеть не так громоздко, но при этом тепло зимой. И такие джемпера позволяют позволяют разные сочетания. И сейчас мы их увидим. И эти джемпера достаточно длинные и объемные. То есть это такой оверсайз вариант. Кстати, у меня куплен вот этот джемпер размера M. Это значит, что он может сидеть еще более громоздко. И я просто выбрала и придерживаюсь своего же правила из видео, где о 16 вещах для полных. Кстати говоря, там я именно об этом правиле и говорю, что оверсайз вещи на полных фигурах могут быть на размер меньше. Все будет зависеть от конкретной модели и от вашей фигуры, собственно, тоже. Поэтому не бойтесь примерять и чуть больше, и чуть меньше размер. Ну, а теперь самое интересное, самое вкусное. Мы переходим к лукбуку, и я составлю по 3-4 образа для каждого цвета этого джемпера. Я очень люблю цвет. Это одна из концепций моей подачи стилистики. Я всегда использую цвет в своей работе, и при этом я могу работать с монохромными сочетаниями, конечно же, тоже. Ну и можно подчеркнуть интересные цветовые сочетания. Поэтому поехали смотреть. Обещала говорить про цвета, так вот, в первом образе я использую благородное сочетание бежевого и серого цветов. Вообще, серый деним – один из самых моих любимых. Он не такой прямолинейный, как голубой, и не такой классический, как темно-синий индиго. Хотя оба этих оттенка денима могли бы тоже здесь отлично работать. Соединяет эти два оттенка шоколадно-коричневый цвет, мой
фаворит этого сезона и прошлого сезона тоже. И в поддержку серому цвету добавляем шляпу в таком же оттенке, широкими полями. Все ссылки, как обычно, по традиции, я собрала в инфобоксе под этим видео, так что заглядывайте туда. Сейчас перед вами супер классическое решение бежевое с голубым. Это сочетание всегда радует глаз, потому что у нас с ним приятные ассоциации песка и воды или неба. Джинсовую рубашку лучше выбирать удлиненного формата, так чтобы она выглядывала из-под джемпера. Но опять же, это дело вкуса, потому что стилистика дело субъективное. Я выбирала для этого образа более классической формы, чтобы кэжуальный образ стал более элегантным. Но на месте коричневых мюлей могли бы быть любая другая пара, ботинок в стиле вестерн или обувь более спортивного формата. Выбирать, конечно же, вам. Конечно же, я расставляю акценты цветом. Это цвет сумки, очень яркий, солнечный, и цвет моего платка, который я повязала на голову. Обожаю сочетание желтого и голубого. Это взаимодополнительное сочетание, которое всегда работает на 100%. Третий образ и еще один беспроигрышный прием – это одевать с ног до головы один цвет или родственные оттенки одного цвета, как у меня. Такой прием в стилистике обычно используется для того, чтобы вытягивать силуэт, так как фигура не дробится и выглядит единым целым. Ну и, конечно, не забывайте, если вы используете один цвет в образе, то вы можете делать акцент на разных фактурах. А также стоит упомянуть, что нюдовые оттенки до сих пор безумно популярны. Обязательно оставляйте комментарии о том, какой образ вам приглянулся больше всего. В образе номер 4 я решила смешать все и сразу. Пришло время для более ярких решений. И яркими они будут не только из-за цвета, но и из-за фактуры. Гофрированная юбка и вязаный трикотаж, бирюзовый и песочные цвета, противоположные фактуры и цвета отлично дополняют друг друга. Акценты образу придают пестрые аксессуары в виде сумки,
Это Кинзо, очень давнишняя моя покупка. Вы ее увидите в этом лукбуке еще не раз. И моя недавняя, наверное, покупка – это шарф с таким леопардовым принтом от Bimbo и Lola. Не сбавляем оборотов и делаем образ еще ярче. Итак, теперь рассмотрим несколько сочетаний с зеленым свитером. Первый самый кричащий и яркий. А что мелочиться? Весна, а ведь скоро весна, должна быть яркой. А сочетание разных оттенков зеленого – отличное решение для тех, кто любит выделяться. Неоновые оттенки – это тренд будущего весенне-летнего сезона. И вот один из вариантов, как его можно внедрить. Кстати, тех, кому смущает яркость данного образа, могут мысленно заменить, или немысленно, заменить зеленый свитер на бежевый. И тогда образ станет более скромным по цвету, но не менее ярким и трендовым. Я назвала этот образ на работу как на праздник, так как из-за контраста белого, черного и зеленого цветов образ выглядит очень по-праздничному, свежо, энергично и при этом по-деловому. На выбор две пары обуви. Белые мартинсы в поддержку белой рубашки. Или черные лоферы от Maison Margiela. Станут еще одной изюминкой этого образа. И, конечно, куда без яркой сумки. Это моя любимая сумка для сегодняшнего лукбука. Я ее буду использовать сегодня на все 100. К сумке, кстати, около 10 лет. Я ее покупала в Токио. В инфобоксе я нашла интересный аналог этой сумки, так что заглядывайте туда. Left out.
И последний образ на сегодня, номер 7. Шоколад и базилик. Пожалуй, мое самое любимое сочетание. На сегодня оно такое вкусное. Здесь нет такого острого контраста, как в предыдущем образе с черным цветом. А обувь, кстати, можно заменить на коричневые сапоги, которые были в предыдущих образах. Но мне, наоборот, захотелось уйти от излишней феминности и придать этому образу какого-то легкости и спортивного характера. Поэтому я выбрала конверсы в тон юбки. Ну а за вами, конечно же, ваш собственный личный выбор. Пишите о нем в комментариях. Ну что, друзья, какой образ вам понравился больше всего? Что вы уже используете в своем гардеробе, а что будете использовать? Какие, кстати говоря, давайте теперь в комментариях поговорим еще не только о том, что вам больше всего нравится. Оставьте в комментариях, какую тему хотели бы вы рассмотреть, и полайкайте те темы, которые вас больше всего интересуют, если кто-то другой уже написал похожую на вашу тему. Будем вместе работать над контентом, и чтобы вам было потом интересно возвращаться на этот канал и искать видео, которые вы просили под этим видео в комментариях. Увидимся с вами, я надеюсь, уже через неделю. Всем хорошего настроения и не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали.